прошлом году здесь произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и двое получили ранения. Среди основных причин аварий госавтоинспекторы называют превышение установленной скорости движения и несоблюдение очередности проезда перекрестка. Рядом с разделительным островком установлены дорожные знаки, которые запрещают поворот налево при движении по улице Советской Армии на улицу Урупскую в сторону микрорайона Мясокомбинат и движение прямо по улице Урупской от микрорайона Мясокомбинат в сторону поселка Заветного. Между тем водители по привычке продолжают движение на перекрестке и нарушают новую схему проезда. Отдел транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД провел рейд, целью которого стало предупреждение водителей о новой схеме проезда перекрестка и профилактике нарушений правил дорожного движения на этом участке. Новая схема движения на этом перекрестке позволит ликвидировать конфликтные точки в местах слияния транспортных потоков, а это, в свою очередь, снизит количество ДТП и тяжесть их последствий. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».